Я стоял на беговой возле книжного киоска, там, где Боткинский проезд поворачивал к Мосторгу. Лошадь ласковая шла, пела шинами повозка. Жеребеночек бежал ко всеобщему восторгу. Он хорошенький такой, весь веселенький, славный. На автобусы косясь, на такси, на самосвалы, замер друг на всем скаку перед сладкою палаткой, где особо средних лет пирожками торговала. И не важно, с чем они, важно то, что жеребенок перед очередью встал. И топориками уши людям, львам и лошадям наплевать, какой ребенок, лишь бы обликом своим трогал праведные души. И, наверное, потому мама, лошадь ломовая, дотащила, как смогла, груз по сахарной щебенке и спросила у людей за дитя, переживая, а нельзя пищереду, потому как при ребенке. И, конечно, весь черед хором дружным и веселым закричал: ну что вы, мать, разве мы не понимаем? Ах, как начали кричать петухи по славным селам, как запахло в этот миг тополиным славным маем. Мальчик жился голубых, торопился на свидание. Жеребенок ел пирог с восхитительным повидлом. Лошадь думала о том, сколько в людях сострадания, если с ней так обошлись с густогривым грустным быдлом.